друзья, сейчас мы хотим попробовать стартануть два самоката Starway Mini 4. И просто хотелось показать вам, насколько влияет вес на разгон и на запас хода самоката. Я 82 килограмма вешу, сын мой Родион 36. Вот сейчас мы стартанем и посмотрите, насколько разница в динамике. А потом, следующий заезд, мы сделаем Starway. Родион будет на Starway, я на Raptor. Но на Raptor тоже на одном колесе. А потом на двух. Ну все. Друзья, ну что, в общем, все вы сами видели. Когда два одинаковых самоката одинаковой мощности, конечно, райдер чем легче, сразу видно была разница в динамике. Потом следующий заезд Raptor тоже на заднем колесе был, но из-за того, что мотор вроде как помощнее, тут 800 ваттный, все равно я проиграл. Когда на двух колесах, но с плавным стартом, мы шли уже нос в нос к финишу. Но, конечно, когда я включил резкий старт, все максимальные настройки, самый последний заезд, вы все сами видели. Понятно, что самокат, конечно, реально мощнее. Несмотря на то, что вес у Родиона меньше, но вот Raptor выиграл. Но видите, получается, что даже на двух колесах при плавном старте Raptor, он уступает фактически, когда миник обычный 500-ваттный и легкий райдер. Да. Так что все. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте что? Лайки! А это вот наш оператор, тоже помогал нам снимать, тоже юный самокатчик. Что надо ставить под видео, Сеня? Лайки, лайкозы ставьте!